15 миллионов на спорт, но не на главную футбольную команду области. На очередном заседании регионального парламента депутаты распределяли дополнительные деньги на самые социально важные направления. В какой сфере ждать улучшения финансового климата, узнала Полина Попенец. 30 законов, и каждый так или иначе связан с финансовой составляющей. Начинают региональные парламентарии с самых важных вопросов – денежных. В бюджет этого года депутаты вносят поправки. В планах выделить дополнительные средства на медицинское страхование, перевозки пассажиров и фотофиксацию нарушений на дорогах. По словам народных избранников, только в этом году штрафы за нарушение ПДД заметно пополнили областную казну. На 1 октября мы зафиксировали уже 380 миллионов, и на подходе еще суммы, думаем, год мы совершим так неплохо в доходную часть областного бюджета, но необходимо средств, чтобы рассылать вот эти письма счастья для нарушителей. Дополнительные деньги направят и на развитие спорта в регионе. 15 миллионов пойдут на ремонт и реконструкцию спортивных учреждений и проведение соревнований разного уровня. А вот знаменитая саратовская футбольная команда «Сокол» из этих денег не получит ни копейки. Хотя у руководства клуба еще с лета были проблемы с выплатой зарплаты игрокам. Также под угрозой срыва участие команды в футбольной национальной лиге. Однако эту проблему, по словам профильного министра, пытаются решить с помощью внебюджетных средств. То, что касается команды «Сокол», то в настоящее время за счет небюджетных источников спонсорских средств найдены средства на участие команды в соревнованиях. И вопрос участия профессионального клуба «Сокол» в футбольной национальной лиге до конца 2016 года решен. Также депутаты намерены продолжать решать вопрос с низкими пенсиями, правда, только в следующем году. Так, в 2017-м больше 100 тысяч людей пожилого возраста, чья пенсия ниже 7 700 рублей, получат выплату в 1500. Также парламентарии расширили список категорий граждан, участников боевых действий в горячих точках. Инициатива, продиктованная временем. Ряд категорий этих уже региональным законом установлен. Теперь мы дополняем такую категорию, как участники сирийского, соответственно, конфликта. Это те люди, которые получили или, возможно, получат, конечно, это не дай бог, увечья в таких зонах конфликта. Такие изменения законодательства уже приняты на федеральном уровне. Теперь их утвердили и на региональном. Сейчас в Саратовской области за участие в различных боевых операциях социальные выплаты получают больше 140 человек. Полина Попенец, Роман Шельдяев, Саратов 24.